Ну что ж, всем привет, друзья! В эфире Fnatic Лига, в эфире SL TV, с вами Слэм, у нас первый пистолетный, не в защите, а Некс в атаке, вторая карта чудовищного полуфинала, который, в принципе, не обещал быть интересным изначально, но, может быть, на второй карте Анексис немножко проснутся после такой нервотрепки на первой, где они смогли взять, они на своей карте смогли взять всего лишь 5 раундов у команды NIP, сейчас они играют карту команды NIP, это Нюк, и уже есть первая отдача в лице Глейва, который отвалился на мейне и не смог удержать свою позицию. Но его тиммейты проскочили вниз, и об этом уже знает Гидрайт, и, как я понимаю, сейчас начнется выход как раз-таки туда. Гидрайт, минус Пимс, отрезающего забирает, Нили воюет на рампах, это сплит. Это сплит улица плюс радио. Изначально вырисованный, судя по позициям. И атака уже ставит бомбу. Есть длинный. Ну вот в длинном, если сейчас разыграет Нипы в свою пользу, то опа, вот Гидрайт суппорт лишился. И один остался против двоих. Отдалась каналка. И сейчас попытается один в два Гидрайт что-то сделать. Бомба стоит на жили... Так, на вилку стоит или нет? Давайте, да, на вилку, скорее всего, стоит бомба. Да, тут будет видно, естественно. Ну, чувак дефит, его будет, естественно, обходить здесь. Вот, МСЛ, зря это сделал. Все, Кристофер. Кристофер, тебя сейчас придет любить просто. А тут еще по 250, но... Эх, вдвоем задавили, задавили. МСЛ дал демейджа. Ну, у него один хп остался, как бы, посмотрите, а второй 19. То есть, два красных. И первую пистолетку берут Анексис в самом начале. Интригующе, интригующе. Но это только, по-моему, большее развлечение для них. Хотя посмотрим. Тут, смотрите, тоже на фарм Ганна решили сыграть. Вот эти скандинавы какие-то бешеные осознают. Вот на первой карте на своей играли, да. Фарм Ганна не брали. Здесь решили все-таки взять. И что бы это значило? Либо то, что они уверены. Так, это фаста. АК Пимпс. И не открыли слол. Начекали, так, начекали рамп контакт. По фифларну попали. Но тот, в свою очередь, играет чек. Кстати, только Гидрайт взял дробовик, и я думаю, что именно за Гетричем мы будем наблюдать. Могли бы наблюдать большую часть этого раунда, но вот, видно, ему тут не вывезет собрать халявки. Ник и на чеке. Аркады с улицы и смена позиции у защиты. Наверное, даже известно уже то, что в ангаре кто-то тусуется. Хотя Гидрайт еще не палился. И Анексис ждут пока что либо пришествия Иисуса Христа, либо какой-то ошибки от шведов, чтобы попытаться реализовать свои силы на фраг и уже от open фрага отталкиваться. Ну вот ситуация создана, Ника минус Гидрайт, и на в этот момент синхронно открылись Анексис, и свезло так, что удалось сразу сделать несколько фрагов, никто не сумелся. Оп, Фифларен замочил просто Пимса. Вот Пимс за ним полез, попытался что-то сделать, но тут еще Форест жесткий. Фифларен, посмотрите, как разыгрывает, а бомба не стоит. Форест минус, ой, 2 в 2. Бедняга, бедняга Ника пострадал. И бомба ставится на 9. Ой, без позиции сейчас будет тяжело. Ну вот, если бы с девятки был кольт. Ну, вообще могут думать сейчас и в сторону Фифлар на то, что именно он будет залезать с девятки. Потому что с мейна, ну что он долго не заходил с нуля. Но его слышали, и МСЛ мистер Эфес спокойно ставит пачку. Форест здесь уже, ну, такой, знаете, безопасный соперник, который вряд ли сможет сделать очень-очень плохо, если, конечно, не выйти на него с ножами и не сдохнуть. Ну и четвертый фраг. Нет, не дали четвертый фраг МСЛ сделать. Ниль забрал в спину Фореста убегающего. 2-0 в пользу Анексис на второй карте. И еще один эко светит шведской команде, после чего они должны будут проявлять себя на девайсах как можно с лучшей стороны. Хотя они решили взять девайсный раунд в последнюю секунду фристайма. Лол. Вот они решили брать. Дополнительная интрига от Нипов. Мне просто, понимаете, мне вот такие матчи смотреть очень-очень удобно. Во-первых, комментируешь как чмо. Во-вторых, команду Анексис просто жалко. Ее настолько жалко, что у меня реально нет слов. Вот. На Дедайсте было похоже на избиение младенцев. Здесь будет похоже, наверное, на повторное избиение младенцев. Слушайте, команду НИП можно засудить такими темпами скоро будет. Ну, посмотрите, А на троих. Форест с кольтом, с армором, плотненький. С пистолетом Гидрайт. Гидрайт, видимо, играет тоже с армором, но девайс отдавал. Да, с армором, и девайс, видимо, отдал. Потому что он на P250 пока. Ну, зато 4 девайса полноценных есть, как я понял, да, у всех там. Да, у всех фамасов есть арморы. Ну, хелсбары пока этого не отображают полностью, но в скором времени ситуация поменяется. Кстати, нам должны были делать, так и не сделали. Ладно, смотрим. Анексис, стяжка с нуля на улицу, одымление. Ну, и тут уже видны, да, конкретные действия в сторону закрытого. Они читаются. Через дымовую завесу пролетает первый глейв, сразу встает на Фрайберга и падает. Фрайберг там еще ушатывает Ника. Пимпс разменивает. А вот звено, которое играет в сторону рампов, МСЛ плюс Нилли, только-только открывается, попадает также в перекрестный огонь. И
живых Pimps плюс MSL, при том, что о них известно все. Сейчас еще Форест должен давать фраг, вернее, Xist забрал. Ну, мы видели, как в каналке бегал у нас товарищ. Форест здесь добивает именно выходящего с будки MSL. Ну и 2-1. В итоге в последнюю секунду решили взять девайсный раунд. Сыграть девайсный раунд. Купили фамасы. Отдропали как кольтец Форесту. Хотя нет, Форест, скорее всего, сам купил кольтец, потому что у него же был фармган в начале. Я сажусь поудобней. Достаю пакетик с орешками и начинаю их просто нервно грызть. В поддержку команды Anexis. Так, смотрим. Хорошая попытка дыма на улице от атаки. А, это еще и от защиты залетело. Зачем, непонятно. Ну и Anexis сейчас выйдут на сливаться, по-моему, всей кучей. Ну, как видим, при попытке захода в будку тут уже граната неприятная прилетела. Минус 50 хп у MSL. Так, open high-end Exist. Позицию сбрили, но армор защитил. 79-76, как видим. И Exist пытается сыграть. Пуш, MSL, стрейф, глок, минус. И Гидрайт должен принимать по инфе. Минус 1, минус 2. Минус 3 от Гидрайта. И на минус 4 не дали ему здесь выйти. Но Фрайберг сразу перехватил. Один простой спрей плюс фраг от Фореста. Это 2-2. Гидрайт MVP раунда. Минус 60% команды в агрессивном моменте. Красиво сыграл Кристофер, но по-другому он пока не научился. В смысле, некрасиво. Новая же игра. Вообще было время, когда тащили. Кстати, вот по поводу Гидрайта. Он ведь раньше играл в Сурс в свое время. Ну, вернее, у него какая ситуация была в карьере? Когда он был молодой, ему было 18 лет или что-то вроде этого. То есть от 17 до 18, короче, был расклад. Его хотела рекрутировать организация SK Gaming. В принципе, они его как бы... взяли, да, они предложили парню контракт, дали какие-то деньги, сказали, что он играет в команде. Но вот команда в то время его не приняла, и он после SK Gaming говорил в интервью, что может быть уйдет вообще играть в Source, потому что в 1.6 его просто не приняли, потому что он юный. А на тот момент он там уже сидел за столом, скажем, с такими парнями, как там Тинтполь, да. Тинтполь был Робин, был Валенберг, Деннис Валенберг именно. Не его мини-Валя брат, а вот именно... Валя сам. И пятюни они ему не давали, кстати. Как раз таки это был Intel Extreme Masters, вроде бы на Цебете, вот. Но Гидрайт в свое время поиграл в Source. Вот в Go он, по-моему, если он как финальный босс в 1.6 выглядел в некоторых моментах, то здесь он уже, по-моему, дошел до такого уровня. Ну вот автоматический директор нам пока показал. Ну опять на Гидрайте, опять у Гидрайта агрессивный момент. Снова прием, знаете, такой прямо рисковый против двоих. Ну, стрельба не подвела на этот раз. Два фрага дал, правда. Бомба на руках у атаки. И тут 22 секунды на раздумье у Ниля. А ВП нет, не дали реализовать. Гзист уже крадется в спину и не даст, наверное, уйти. Не, Ниль, посмотрите, прошел. Куда? Разбил окно. Ждет. Сейчас здесь на экшен разводит защиту. Но Гзист в спине и шансов мало было. Не, ну каналку он мог убить здесь, но Гзист контрол ситуацию. И от инфогзиста отталкивался его тиммейт, поэтому... проблем не возникло. 3-2 в первой половине. Переворот от НИП сразу же после проигранной пистолетки. У меня очередной девайсный взяли. Закрепились на полном девайсном раунде, на полноценном. И, как видим, они должны были сейчас уронить экономику Anexis. Что, в принципе, и произошло. 2600, 2550 и прочая нечисть на счетах команды Anexis. Смотрим на Гзиста. И прием аплента, зажим. Ой, тут просто падают же. А, Гидрайт еще помог. И снова... в секунду датский эко принимается шведами. Они какие-то богатыри, прямо, наверное, когда вот так вот врубают. Мне вот тупо интересно, сколько на англоязычном стриме народу сейчас. Просто сколько же болельщиков у НИП. Там, наверное, вообще Рит сейчас в шоке. Просто на НИПо всегда англоязычная публика собирается. Ну да, НИП для англоязычной публики это как Нави для русскоязычной, либо Virtus.pro. Ну да ладно, продолжаем смотреть за матчем. Anexis попытаются сейчас атаковать улицу. У них пока что не все хорошо выходит. Раскидочка очень жесткая. Им в ответку, кстати, тоже мы залетели. Смотрите, заходит мейн, играют Эль Классико. Выход апленд мейн плюс 0. Но Гидрайт снова непобедим. Аркада с радио и последний встанет глейв. 1 хп, бомба руки. Снова за секунду вершат правосудие НИПы. Очень зрелищная игра. На такие матчи надо ставить, знаете, быстрые ставки. Типа, сколько фрагов сделает Гидрайт в этом раунде. И сразу, хоп, ставим. 5, 2, 3 или 1. Надо открыть букмекерскую контору просто, чтобы интереснее было смотреть. Ну да ладно, 5-2 в пользу команды NIP. 3 раунда преимущества пока.
Все замечательно. Датчане, несмотря на то, что на первой карте вроде как в начале, выиграв ножи, начав за защиту, казались уверенными, но после, разумеется, разрушительного и, не знаю, убивающего поражения, убивающего мораль поражения со счетом 16-5 на своей карте, тут пока все атаки Анексис перекрываются. Вообще по щелчку пальцев просто и раунд взяли. И второй раунд. Вот это вот что такое вообще, а по-вашему? Вот что сейчас сделал Кристофер, вы видели? Просто взял, зашил Пимса, оставил его за мейном и... Ну, после такого уже чувак вряд ли мораль не соберется. Ну, может, будет жестким. Ника отлично играет против Фифларена. Шанс забрать Фореста, но тот с 4 хп все еще Патрик Линдберг и попадает. Попадает еще ого-го как. Ну и 2 в 4. Гидрайт на перекрытии вилки. Ну, после прострела сочного, если еще кого-то здесь убьет, я не удивлюсь. Ну, как видим, датчане просто пока что играют по позициям и ждут фрага. Либо ждут, когда они сами станут фрагом. В общем-то, ключевой игрок с бомбой, как видим, находится на железе. Защита на А. Ну, в общем, все двигаются. Вот, кроме Гетра, у дефенса дожидается здесь своей стяжки Ника. Выход на гидрайт открываются очень хорошо. Ну, там еще остался Гзист, как бы, и от стенки минус 1, ну что будет минус 2. Не будет минус 2. Гзиста сносят, 1 в 2, остается Ника, опасный момент. Но этот парень может, когда захочет, 11 секунд, правда, время 9 секунд, 8 секунд. Джамп пошел от одного, флеш, и, ну, гибко пытался сыграть Ника, время поджимало. Зачем-то вот начал кидать эту флешку, когда уже надо было стрелять, видел врага, не стал доставать автомат, понял, что не успеет. А когда уже открылся после флешки, получил просто пулю в лоб. 6-2. Доминация за Непами. Ну вот непобедимая команда просто какая-то. С ними это вообще фантастика, фантастический коллектив. It's all magic, magic strategy. Ну, Нип, наверное, уже можно поздравлять с тем, что они в финале в Fnatic лиге. Конечно, если бы расклад в групповом этапе был другой, то, может быть, интриги было бы больше на полуфинальные матчи. Вообще, полуфинальный матч, идеальный полуфинальный матч, я вижу на ближайшем чемпионате. Это Nipwari Games и ESC против Virtus.pro. Вот я бы хотел, чтобы в Вену поехали ВП и разыграли именно такими стеками стадию полуфиналов. Просто было бы очень круто понаблюдать. На самом деле, вот ВП, в принципе, могут отомстить ESC. Ну, по шансам мы видели на Starladder и Ланах, что Virtus.pro были жесткие. Просто финал реально проиграли просто потому, что мы не были готовы. И тупой был пик-карт. Глупо все выглядело, но вот именно финал винров тогда играли на левеле. И как в какой-нибудь Вене было бы прикольно понаблюдать, наверное, за допами ESC и Virtus.pro, а потом за мучениями в Origames и NiP. Тем более, что в Origames... Напомню, что в Origames у NiP на этой карте выигрывали со счетом 13-2 половину, и потом проигрывали просто 14-0 раунд. Как бы... Ой, 14-0 вторую половину, и в итоге уступали полную игру. Тупо камбэку в ноль. Так что... Но это нюк. И это лучшая карта команды NiP, судя по статистике, во-первых, да, и по количеству. По тому количеству, которое они играют на турнирах, естественно. Так что здесь скорее просто у Origames не зашло в паре раундов, чем NiP божественный. Шансы выиграть были, если бы, конечно... Ну, если бы, конечно, не Фрайберг, который вот после первой карты на второй карте тоже умудряется каким-то боком зайти просто в спину и не дать Анексис нормально стянуться на рампы. Отрезают Гзиста. Повторная аркада, Пимс минус Форест, и вот он шанс у Анексис взять третий раунд в этой встрече, на этой карте. Остался в живых только Фифларн, который тоже вот по воле... Ну, вот эти сурсеры какие, всегда выходят в спину и убивают, а? Что Фифларн, что Фрайберг. Ну, Фифларну сейчас будет трудно, бомба, и с девятки его ждать будут точно. С мейна в данный момент дожидаются последние секунды, но по таймингу, наверное, переведут. А нет, смотрите, перестроились Анексис на мейн. Фифларн уже в девятке, девяточка от скрипа от МСЛ. Ну и там, наверное, сейчас будет хедшот просто залетать сразу. Да, сразу хедшот залетает. Напомню тем, кто первый раз видит CSGO, есть такие люди есть, когда вы здесь вылезаете в девятку, вас можно законтрить. То есть вы не закрыты, если в 1.6 вы могли вылезти и вас не было видно, то тут просто залезать в девятку без флешек, чтобы кого-то начекать, можно, чтобы сразу, конечно же, с этой лестницы свалиться. В противном случае вы просто получаете в лоб. Сразу вот вы вылезли, получили в лоб и все. Ну тут так и было, в принципе. Фифларен особо сильно не расстроился. 7-3.
Анексис в роли догоняющих, но догонять им очень плотно. Сейчас, по-моему, играется фаста, разбивается спид, дается флешка. Смотрим на Фрайберга, минус один, минус два, и видит выход с будки, минус три от Фрайберга. Форест в паре с Фифлардом также пропушили у нас рампы, это принесло им еще два фрага. Фрайберг становится MVP раунда. 8-3, первая половина за НИПами. Ну вот, наверное, НИП сейчас просто так же перевернут Анексис, как и с Very Games происходило. Только здесь они за сильную сторону играют. Кстати, по статистике, если посмотреть, надо посмотреть, кстати, статистику, что же у них там по сторонам-то получается. Так, НИП и DDoS 2 понятно. Давайте посмотрим Nuke VE команды НИП, узнаем, что там у них. Камбэк в защите, просто это вероятно, да. И у меня пока что грузится дата. Да, 54 на 46 у них идет, но... как бы, на самом деле, процент, наверное, взятых раундов за защиту намного больше, чем 54. Да и вообще, в защиту играть поудобнее, это всем известно. Просто тут соперников особо сильных не было. Как бы, нет просто тех парней, которые в атаке будут вот этот шведский дефенс отточенный, отлаженный, уничтожать. Но найдутся, думаю, такие к ближайшему лану. Напомню, что в этом году еще жестких ланов не было. И вот первый из них будет eSports Heaven in Vienna. А он в планах освещения. Естественно, мы уже связались с организаторами. Права на трансляцию есть. Вот чувак с eSports Heaven Media уже мне ответил. Сказал, что все четко. Попозже тут и спишемся, как все будет готово. А тут 2-1. Анексис разменялись против Xista. Ну, тут такая игра, знаете, на скилле. Вот НИП больше стараются моменты. 1-2, 1-3. Как-то давить, каждый хочет показать себя, но вот это вот приводит к тому, что 4 очка они повторно отдают. 8-4. В общем-то, знаем, что эти парни могли уже 11-4 бегать здесь и не париться. Но все равно инициатива именно за шведами. Датчане тут выглядят как второй, скажем, сорт. И последний раз, когда эти команды встречались друг с другом в групповом этапе в рамках Fnatic Fragout лиги, команда NiP выиграла команду Anexis со счетом 16-2. Это для тех, кто не помнит. И, видимо, Anexis могли что-то здесь, конечно, подучить. Ну, тем более, Best of 3 серия, надо показать себя, тем более на лучшей карте первой команды в мире. Это достойная цель. Это достойная цель, как минимум. Если они ее хотя бы поставили на этот полуфинал, то... Но они с ней справляются. Если DDoS 2 не заходил, то тут уже 5 раундов еще и в первой половине взять удалось. Посмотрите. Вот. Ну что, не пошли в холл. 5-2. Это сейф девайсов. Тут уже контакт намутили с Фифлареном. Он там пытается как-то бороться. За ним уже выезжает просто стадо, просто бригада датчан, которые упали со всех сторон. Зашли отовсюду, откуда можно было. Остался последний у нас Форест. Как видим, старина падает, негодует по поводу происходящего в этом раунде и убивает АВП у команды Anexis. Вот надо было посторожить. А, ну тут грамотно, да, АВП забирают, да, но Форест уже ушел на сейф. Он сейчас еще и встать может вообще там на респе, но, как видим, предпочитает остаться в достаточно предсказуемой позиции. Ближайший его оппонент находится у машины, но никто за ним не вышел. Не стали рисковать, отдавать АВП и ломиться. 8-5, раунда преимущества за НИП. Anexis потихоньку. Несмотря на давление, оказанное на них после первой карты, здесь начинают набирать оборот. И я бы даже сказал, что характер проявили тем, что смогли взять 5 в атаке. Что будет в защите, знать не хочу. Поэтому давайте смотреть пока. Досмотрим эту половину. 2 раунда буквально, включая этот, осталось. И Anexis играют через занятие нуля. Снова Фифларен у нас играет один рамп. Так, гидрает улица. А у них никто на нижний не ходит, как я понял. Да, без нижнего играют. Интересно. Ну, тут если улицу не пропустили, да, то и нижний занимать незачем. И гидрайт отсюда и улицу может услышать, да и вообще увидеть. У него, кстати, P250, два кольта. Так, две флешки Фрайберг Форест. И что же они у нас значат? А, ну флешка от пунта, это если агрессивная атака. Фрайберг. Странно, что они... Ну, они к минуте здесь готовятся, как видим, к минутной атаке. Контакт, наверное, первый все-таки будет у Фифларна, как я понимаю. Потому что, если посмотреть на позиции атаки, видим, там радио есть один. На нуле два нервничают. И Нили уже практически в упоре перед выходом. Ну, вот уберем X-Ray, наверное, да. И давайте посмотрим за пимпсом. Отстрел скрипа. Похоже на фейк. Падает дым. А, нет, дым вообще дали в мейн. Лол будет выходить на рамп. Ну, там Фифларн сейчас просто увидит и начинает собирать. Ну, вот она такая...
халявный фраг один зашел с проекта, но второго забрать не вышло. По девяткой разложили просто Гзист и Гидрайтушку. И 4 в 2 снова. Снова Анексис дают ключевые фраги при финальной атаке на точку. И остаются в колоссальном численном преимуществе. Тут уже на 8-6 можно выйти. Ну, 8-7 можно потянуть. Если датчане потащат, это будет эпик шоу Форест. Ну вот, поймал, конечно. Он тут через забор в голову. Но мне кажется, что, скорее всего, НИП сейчас играют больше на публику, чем, знаете, на... чем на какой-то свой характер, чтобы, чтобы очередную команду уничтожить в ноль. Просто не напрягаются. И во второй половине, наверное... Если не отвалятся, то все будет круто. Хотя, кто же знает этих Анексис. Просто в прошлый раз взяли два раунда, тут уже шесть. Может, там из-за дефенс есть какая-то стратегия антишведы. Вообще, Гидрайт в Твиттер писал, спрашивал, как можно выиграть у команды НИП. Гидрайт сказал, играть. Вот если количество часов Анексис в два раза больше, чем у НИП, то может быть. Ну, на последнем раунде все-таки 8-7. Ну, молодцы. Молодцы, датчане. Просто красиво, вопреки всем ожиданиям. Вот первая серия раундов у них была вообще... жесткое, пытались быстро бегать, не повезло быстро бегать, не получилось быстро бегать. А потом все-таки смогли собраться. Ну, тут не больше расслабленными выглядели. Хотя, тем не менее, расслабленность НИП не отразилась на их результате. Как видим, 32 очка Гидрайт, 15 на 11 статистик и несколько красивых приемов за первую половину на пленте против троих, двоих и добивания, конечно же, коллективные. Гзис 12 на 10, 12 на 8 Форест, звено из КС 1-6, как всегда, на уровне. 10 на 9 Фрайберг, Фифларен 7 на 11 без MVP. А вот у Анексис, ох ты ж, батюшки, давайте посмотрим, что там у Анексис вообще. Может быть, посмотрим профиль Нилли. Может, он нам подскажет, сколько играет. Ну вот, 4 года в Стиме. Я тоже 4 года в Стиме. 59 у него за последнее время. 60 часов он за последние 2 недели провел в CSGO. Ну, немного, немного, но... Ого, какой у него тут. Посмотрите прицел у пацана. Интересно ему, наверное, с таким прицелом играть очень сильно. О май гад, был вообще просто... Он пошутил, или это шутка, или что? Я просто вот не понимаю, зачем ему такой прицел. Ладно, вернемся обратно, наверное, в КС. Нам еще 36 секунд где-то примерно подождать до того эпичного момента, когда начнется вторая половина. Но после счета 8-7 можно сказать многое, конечно же. Очень-очень многое. И... ну, лучше промолчать и дождаться рестартов. Просто хочется это уже наконец-то закончить. Такс, у датчан же Нилли 14 на 8, 11 на 13, Пимпс, МСЛ 11 на 9, 9 на 14, Ника, Глейв 4 на 12. Вот новичок в команде Анексис. Ну, по первой половине, по первой карте, можно сказать, прижился. Ну что, у нас смена сторон, друзья, и начало второй половины. Пока что все, кто есть на трансляции, еще раз вам напомню, что вы можете следить за последними новостями, за анонсами трансляции по ссылкам, указанным в бегущей, не то что в бегущей строке, в инфоборде, которая вылезла снизу. Если пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, обязательно подписывайтесь на страницу vk.com/kssltv. Это будет ваш ежедневный просто дайджест по миру CSGO, по киберспортивным новостям каким-то из мира CSGO, естественно, и прочему. Так, ну что, НИП, игра через мейн, Форест сам залез, сам на мейн прыгнул, сам хедшот поставил. Новичок команды Анексис и молодое лицо коллектива падает, 4 в 5, и НИП занимают длинный. Вот с этого буду... ну, не, Форест просто пошел всех убивать, короче, вместе с Фрайбергом. Гзист отхватил, Ника забрал Фореста, по нему еще там неплохо Гзист попал свой. Это жесть. Nice to you, пишет Форест. Благодарит своего соперника из датской команды Анексис. Он за столь красочный комплимент. И Ника остается последний. Ну, надежда датского Counter-Strike сейчас в руках этого парня. Но помимо того, что у него надежда датского Counter-Strike, у него тут еще и Glock. И две гранаты, две флешки, одна граната. Вообще печаль. Вот бирстом, что ли, стрелял. Или пулю пытался попасть. Ну, попал по Фрайбергу неплохо, но не убил. Ну и видим 9-7. В общем-то, первая пистолетка за шведской командой, что было ожидаемо, прогнозируемо и все такое и тому подобное. И я читаю, что мне пишут, ребятки. Так, let me... Все. Тут
Чувак с Хелтиверга просто паникует. Вообще, друзья, как вы смотрите на то, что игроки будут играть под фамилиями? Вот, например, на следующий LAN-финал очень хочется, чтобы игроки писали свои фамилии, ник и фамилия, вот, чтобы было четко. Ладно, НИП снова играют, и вновь Некраун через улицу, антиэка прострела мейном. На уровне все пока что. Можно, наверное, даже автоматическим директором это дело посмотреть. Фифларен минус Пимп, минус МСЛ от Фрайберга. Датчане плывут, и позиции улицы проиграны. Осталось укрепление там на какое-то незначительное. Да, нет, вообще один глейв, не ли каналка. Ну, тут ждут низ, как минимум. Оп, Ника П250 намутил. Красава, красава. Ну и шведы выходят, открываются на Ниле. Сопротивления никакого не встретили, помимо него одного. Анексис решили здесь не играть в десанта. Вот Ника попытается, наверное, бежать. Вообще, бежать можно было. Вот пойди, беги, все, теперь уже поздно бегать. Теперь уже тайминг такой, что тебя просто заперли. Ну и Ника прячется. Оп-оп-оп-оп! Ника! Умудряется он тут еще оставить Фореста в спектаторах. Вообще, Форесту, конечно, неприятно, да? Вдвоем стояли, умер именно я. Почему? 10-7, 6 раундов НИП нужно до победы. Анексис будут играть в догонялки, и у них сейчас есть шанс. Был шанс проявить себя. Ну, 3000, 2700, 2700, 3900. Все ужасно, все плохо, ничего не сделать. И отдача 11 раунда и катастрофического преимущества по раундам для команды НИП. Видимо, они сами вот от первой половины не ожидали, что 7 смогут взять. Но тем не менее. Тем не менее взяли. Почему здесь пока все не на мази у них, не ясно. Ну, это так и, конечно, да, надо сыграть для экономики. Он необходим. Как НИП, они не могут просто себе позволить рисковать. Вот когда НИП в такой же ситуации в первой половине оказались по раундам разыгранные, да, у них на счету было по 3500, 3700. Они потому что делали минусы. Ну и вот сейчас Нили сдавил Фрайберга, убрали ноль. А НИПы в этот момент прошли снова все по улице и без особых запарок остались на позициях. Ну, жесть. Жесть. Фифларен минус Нили. Форест, как видим, сейчас будет подрезать каналку. И мог вообще с ножа зарезать, но не стал издеваться над врагами. Уважать своих соперников надо. Повторился в себе, наверное, еще раз Форест. А Нексис остаются вдвоем, двоюшеньки, и попробуют зайти и кого-то отрезать. Ну, вот, Гидрайт, отлично. Не сыграл, вот есть шанс зацепиться за Фореста, и за него тоже зацепились. Давай, Суника, все, беги сейф, все хорошо. Атака за тобой уже не пойдет, и Ника выигрывает девайс на этом эко-раунде. Но восьмой раунд Анексис не высветил, как видим. Вот если он вас сейчас не засейвит, это будет смешно и подозрительно. Но я буду надеяться, что он сможет засейвить все девайсы, все будет у него четко и как надо. Вообще ждем. Ждем первого бая от команды Анексис, и после него точно станет понятно, смогут ли эти парни нам показать что-то свыше 10 раундов и какой-то четкий тимплей, либо все-таки карта не будет за командой НИП. Обратите внимание, кстати, что против Эка НИП играли он для дальней дистанции, без фармганов и... Не, ну как, там были фармганы, но особо сильно никто не лез в аркаду и старались держать на дистанции. Оппонентов изначально они тусовались там в нуле, тусовка-тусовка, потом разворот, улица, куча... Куча дыма, проход вниз, бомба, и уже от бомбы разыгрывали. Анексис это, конечно, ставило слегка в тупик. Постреляться, наверное, рассчитывали. Ладно, смотрим. Первый байт. Команда Анексис. Разыгрывают они два рампа, один улица. Мейн, укрепление, МСЛ. И, возможно, даже в пуш на рампах выйдут. Аплен также на двух человек запер. Да, идут в пуш на инсайд. Инсайд белый. Уходит, уходит игрок атаки. Не успевает. Пим за аркадит. Радио поджимается. Но смотрите, НИПы, какие шустрые, ловкие эти шведы. Ушли прямо секунда в секунду. От этого пуша были засчитаны Анексис. И за НИПами сейчас вообще вся инициатива встречи, потому что Фифларен уже, посмотрите, где находится. Он уже будет просто здесь ждать сейчас чекающего парня. Они сейчас, скорее всего, отыграют именно от Фифларена. Попробуют сделать следующее. Они сейчас создадут такой прецедент жесткий, да, и заставят Анексис перегруппироваться на прием Б. И по-любому кто-то вылезет. Фифларен там сделает минус, как видим, да, проходят улицу. Фифларен ждет. Фифларен ждет, но здесь же его ждет и МСЛ, как видим. Так, Ника, АВП, реализация, отлично. Фифларен в ожидании. Вот мне интересно, что в этом моменте будет. Сможет ли здесь МСЛ убить? Просто если Фифларен залезет, то это хедшот в пользу МСЛ. И это хедшот в пользу... Ой-ой-ой, МСЛ не убивает Фифларена. И теперь все просто печально. Ника не выстреливает с ВП по выходящему игроку. Атаки с длинного падает от Глейва, гидрает. Глейв пытается закрывать, но по разменам остается один Фрайберг, два в одного в каналке.
Падает Ника и убирает вилку 1-1. Нили против Фрайберга. Бомба. Бомба. Бомба стоит на левую каналку. Ну, как видим, Нили в ожидании. Фрайберг сейчас может рискнуть. Второй дефьюз. Вот Фрайбергу нельзя выходить, но он выходит. И ой-ой-ой, великолепно Нили играет. Просто четко. Вот с вторым разводом на деф все-таки смог застать врасплох Фрайберга. Но Фрайберг не стал рисковать, потому что ситуация реально критическая, как бы, да. Вдруг дефьюзит. Вот первый раз хорошо, первый раз прочитал, успокоился, молодец. А тут второй дефьюз, и что делать? Ну, бомба, конечно, очень, очень неприятно встала, как бы. Вот чуть-чуть бы левее, и Фрайбергу вообще выходить не надо было. Он бы там просто чекнул, никого нету, ушел, все. И игрок защиты бы не смог ничего придумать лучше. Ну и 11-8, Анексис отыгрывают тем временем девайсные. Возможно, даже попытаются навязать какую-то борьбу. Ситуация, конечно, 1-1, достаточно спорная получилась. Но при выбивании Глейв сотворил просто безумие и дал все шансы Анексису, чтобы затащить. Тиммейт не подвел, сделал все правильно. 5 в 5 первые секунды одного из важнейших раундов для Анексис. Они сейчас играют на набор экономики, и если этот раунд проиграют, то в следующем девайсного от них, конечно же, не ждать. Улиса занимается непами очень агрессивным. Сразу же изолируют ангар, не хотят неприятностей последствий. Не хотят неприятностей последующих. Фрайберг, чек дальнего ящика, чек упора. Но его, как видим, Ниля от левой стенки ждет. Проходит игрок защиты. Да, прошел игрок защиты. Фрайберга видели. Дается дым под желтый, дается флешка. А тут уже пошел выход в упор. И Ниле минус 2. Форест размен. На плент выхода с мейна не было. Глейв уходит вниз. Не потакует на рамп. Форест закрепляется. Ждет пуш из-под девятки. Забирает бомбу. Продолжают не подействовать в ту сторону. Ну вот звено остается. Гидрайт плюс Форест. В живых. Понимают они, что с железа уже все просто ушли. Бомба была засчитана, но это особо сильно и не важно. Самое главное сейчас сыграть в свою пользу. Форест такая пачка справа не ждет. И это минус будет по-любому от Глейва. Размен от Гетра. 1 в 2 гидрайт. Бомба руки. Снова граната в руке. Может быть ошибочная. Но тут поджать могут. Смотри, как плотно дал Хае. Развел. И на него вышли. Минус пимп. 1-1 против Ника гидрайт. Ника с АВП убивает! Ой-ой-ой, молодцы, датчане, 11-9. Все-таки будут бороться, Повторная ситуация, повторно разыграли. Остались 1-1, вот Ника с АВП рискнул вообще четко, вышел под гранату. Граната, это была его страховка, просто она в любом случае шугает плент. Но АВП сработало. И, по-моему, у шведов нашелся соперник. Слушайте, может быть, именно на этой лиге мы увидим какую-то смену стиля игры. НИП не будут уничтожать на Мюке, а будут проигрывать, но будут уничтожать на Дасте. В Элигеймс придумают что-то с Миражом, а оставшиеся команды также. Ну вот, как видим, НИПам надоело сидеть. Они пытались постануть аплент, но и у Анексис тут тоже все было схвачено. Остается герой раунда Форест, которому также не дают гулять спокойно. Счет становится 11-10. И датский Counter-Strike Global Offensive начинает выглядеть все более интригующим. Неужели перевернуть НИПов? Неужели смогут 1-1 по счету сделать? Вот я уже начинаю на такой стадии в это верить. Но в тактике НИП есть и светлая сторона. Несмотря на счет 11-10, они прекрасно понимают, что стоят в условиях того, что им придется брать 12-й. Поэтому один эко. Один эко, и после него решающие раунды этой карты. Фрайберг по 250. Тоже ничего особенного. Форест. Минус от Ника. Попытка что-то там сделать прострелом с пистолета. Какая-то непонятная, невыразительная совсем. Не, вернее, она выразительная, просто цель-то какая? Цель не ясна. На Ниле решили не идти. Ник развлекается на улице с Фифлареном. Ну, 3 в 5. 3 в 5, Ник что-то ждут. Чего ждут, непонятно. Пора пойти уже сдохнуть, как мужики. 12-3 взять. Не, ну если бы они пытались выжить максимум из ситуации, они бы, наверное, не ждали столько. Они бы сыграли фаст какой-то, да, под флэш. Ну тут, как видим, бомбу подарили на Ника. И, по сути, минус 2 он мог дать. Пытался фаст с зумом, с префайром, так разыграть не вышло. Ну, Нили расправился с Фрайбергом. Гидрайт отдался Пимсу. 11-11. Анакси сравнивает счет на второй карте этого матча. Напомню, что первая карта, которая была выбором команды Anexis The Dust 2 SE
Анексис ее уступили со счетом 16-5 команде НИП. Вторая карта Нюк, которую мы сейчас с вами смотрим, это пик команды НИП. Третья будет Трейн, если потребуется. Ну и НИП как-то негоже свой пик проигрывать, но если вчера ВП выиграли ВГ, почему бы здесь Анексис не переломить на одной карте шведских непобедимых титанов. Так, Фифларен, Дым. Дым сразу залетает в ангар. Смотрим на Ника. Ника, оп, Айвик. Опа! Вот это вот уже интересно. Два дыма с подготовкой. Согнали АВП датское. И не дадут спокойно Ника действовать. Но это минус улица у датчан, но, слава богу, пока что без потерь. Пока без потерь. Но датчане, как я понял, хотят уже по своей инициативе играть эту серию девайсных раундов. И попытались сыграть в пуш. Гидрайт взорвал МСЛ, но опен фраг все-таки за Анексис. А эти парни... Так, у этих парней вначале мы смотрели статистику. Раунды брались only open фрагом. Вот он есть. Вдобавок, мы еще с Фрайбергом расправились. Но вот Глейв поплатился за свою позицию. Еще один дым в рамп. Ну что, неужели сейчас Гидрайт попытается агрессивно... Агрессивный выпад на А сделать. Восьмерка, а минус 8! Как забирает Нили при фаером Гзист? Ну вот шведы... Вот знаете, когда рак на горе свистит, тогда шведы играют. И вот сейчас самое то время, когда он свистнул. Ну и Ника тут с АВП просто выглядит легкой добычей. Засел на лесенке. Принято решение датчанинам отойти. Ну, как видим, на зуме, походу, там выходит. Не, не на зуме просто. На фаззум играет с мейном. Но с мейна никто не идет, и Ника дают просто спокойно уйти на сейв. Но это сейв девайса. Спасибо, капитан. Ясен хрен. Ну, счет 12-11. И давайте смотреть сразу, что с деньгами. Не, с деньгами у Анексис все в порядке. Не, ну вот тут обидно теперь датчанам. Очень-очень обидно. Они такую серию жесткую взять смогли, но, к сожалению, до конца не довели. Что-то с худым, кстати. Жестко. Ну что, 12-11. 12-11 в пользу NIP. Конечно, попытки от Анексис очень хорошие. Но все же тяжело. Очень тяжело. Вот когда звенья играют, работают, то все хорошо. Когда звенья не играют, не работают, то все плохо. Беда какая-то. Ладно. Один раунд преимущества НИП себе наработали. Анексис порадовать ответку. Ситуация по экономике позволяет им еще один раз закупиться. Останется АВП, которая засейвила. 7950 еще у Ника в запасе. Сможет потом раздать дропы. Как я понимаю, НИП планирует сейчас пуш на аплент, либо изоляция 9 в проход улицы. Ну, давайте смотреть вообще. Что же происходит? Ну, вы видите, что крышу заняли три игрока. Один в инсайде, один по улице. Открывается защита, агрессивно не смотрит. Все в закрытом глубоком дефенсе на пленте. Тройка точно, девятка. Да, девятку изолировали дымом. И по улице будет осуществлять проход, как я понял. Кто же это ты? Фифларн, конечно же. Вот он не играет пока с АВП, кто не заметил. Тут посмотрите, вот шведская семья прям такая сидит, ждет. Сидят, ждут два такие с клешнями. Где вы? Где вы, шведы? А шведов нету. Фифларн занимает длинный. Снова дырка в дефенсе образовалась у Анексис. Но они не знают. Они не знают. Они сейчас ожидают, наверное, выхода на А. Но не хотят сыграть по-умному. И выходят на А. Но выходят на А. Вообще странно. Фитларен играл в чек. В итоге вышел. Его приняли. Пимп, МСЛ. Пимп и Непоп заперли. Че, Гидрай должен сыграть по инфе на размен. Собирает пимпа. Но тут доминация и чистое превосходство Анексис на пленте просто покарало команду. 12-12. Анексис дают ответку. Дают ответку, по экономике не приседают. 10 тысяч у Ника. Нили потратил свои деньги, но если что, ему дадут дроп, кроме армора, естественно. А вот у шведов уже стоит выбор здесь. Не, у шведов выбор невелик. Либо эко, либо волевой бай. И они принимают решение играть в волевой бай. Ну, конечно, мы же чемпионы мира на нашей карте. Как это не сыграть в волевой бай? Вот два предыдущих раунда ничему пацанов не научили. Сейчас их Ника идет казнить на улицу. Правда, две гранаты его тоже практически казнили. Третья граната. Не, ну Ника реально какой-то вот неправильный чувак. Вот правильный чувак сдох бы от гранаты от третьей, но... Съел две, ушел. Еще и отстрелил. 4 хп осталось, численное преимущество выбил. Фифларна запускать уже не будут. А, там вообще, смотрите, дружные компании идут. Ну, клин-клином вышибают как... Да. Вот это вот называется. Не, все. Я готов сказать, я готов забрать все свои слова плохие, которые я когда-либо говорил про Фрайберга и его недооценивал. Просто после этого момента. Вот я думаю, меня многие поддержат. Ну, это называется бред.
просто бред, когда чувак с пистолетом дает две смачные пачки, забирает девайс, дает с этого девайса третью против аркады в радио. И у меня остается один вопрос, как два человека, которые аркадили в радио, просто вот не убили? Ну, это подарок судьбы. Или катастрофическое невезение для Anaxis. Фрайберг просто полный лол. Полный лол. Фрайберг, по-моему, еще покруче, знаете, будет. Покруче Гидрайта с его эпичными моментами. Если же у парней, там, например, типа Гидрайта, да, вот они прямо выходят и чувствуется, что играют на скилле, дают какие-то хитшоты, то у Фрайберга это почему-то выглядит, знаете, никто никогда не ждет, что он это сделает. И тут у НИП основное звено пушит нижний плент, проходят улицу, там высокая концентрация внимания, очень уверенно играют под дымовой завесой. Нам известно, что Фрайберг в раде, он там с пистолетом, и тут пыщ пачка, пыщ вторая, пыщ подобрал, девайс забрал, форест, смотрите, внешне забирает, убирает ника, и там, по-моему, снова падает ВП у Anaxis, и теперь улица под знаменами шведов будет разыгрываться, выходит Гидрайт, пуш по 9, минус глейв, вообще великолепно, 3 в 5, и с таким численным преимуществом уже можно позволить себе любой мув, улица, инсайд, все что угодно. Нили, кстати, видел, и Нили тоже видели, как я понял. Ну, сейчас узнаем, сейчас. Да, Нили заметили при выходе. А его тут вдвоем вообще запирают. Гибко играют шведы, но тут еще вдобавок ко всему Фрайберг запирает, как всегда, с радио. МСЛ принял за ящик, и 2 в 4, выход вниз от НИП. Такая позиция, конечно, вот это вот очень-очень спорная, но на самом деле... По-любому, вот когда-нибудь мы увидим здесь какой-нибудь лежащий дым чувака, который сидит здесь и в конце раунда он будет делать ниндзя-дефьюз. Вот я уверен, такое возможно. Сейчас будет подарок судьбы. Тифларну. Оп, нет, ушел в каналку МСЛ. Не стал добивать Тифларну. Добивается на точку, минус один дает. Ну и стрейф против Кунта. У Гзиста, естественно, перевес, преимущество жесткое. Он видел Маселя еще на первом стрейфе. 14-12 в пользу NIP. Да, да, вот этот полуфинал, конечно, уж очень жесткий. Кстати, команда NIP выигрывает раунд также, если делает первое убийство. В 86% случаев команда NIP выигрывает раунд. В 47% случаев, если у них... Один игрок умирает в начале раунда, то есть чей-то open фраг соперника. Вообще нормальный расклад просто. Не, ну нормально, да, команда на 47% может выложиться, если она играет в меньшинстве. Это жесть. Ну что ж, вывели Anaxis на АЭК, закончились деньги 4 в 4, минус от Ника. Если я не ошибаюсь, да, именно у него был первый контакт на улице, скорее всего. Ну, выход быстрый от НИП на нижний плент поставилась. Ставится бомба и... Два игрока команды Anaxis, наверное, попытаются сыграть на какой-то бонус. Может, штрафанут кого-то на девайс. Может быть, просто спрячутся. Ну, вот Пимп, например, сразу. Ворую АВП Фифларена, бегу прятать его для себя. И, скорее всего, именно его вы в следующем раунде увидите. Посмотреть по деньгам, что произошло. Просто написали интересный расклад. Так... где-то экзист плюс... А, ну там ставки обсуждают сейчас комментаторы, как бы англоязычные, и на немецком языке Кношин вот вроде там комментит, тоже рассказывает истории, там Нилс Мюллер тоже выжигает и обсуждает с нами Very Games и Досю. Не, ну вот кто не в курсе вчерашнего матча, друзья, опять же, все самое зрелищное было вчера, Virtus.pros, Very Games, кто не помнит, кто не смотрел, запись есть на YouTube-канале youtube.com/ssltv. Статистику матча можете посмотреть на HLTV.org. Статистика поможет вам понять одну вещь, то, что Дося просто был бесподобен. Бесподобен. Нет, богоподобен. Вот так, наверное, его статистика выглядит. Ну, а здесь у нас 15-12, матчпоинт для NIP, и они его разыграют, наверное, железно, но пока пытаются, как видим, занять скалу и все такое. Защита играет такой слегка плавный подпуш в начале. Улицу пытались... А, улица на ник... Оф, вот это вот АВП. Ну, просто вы видели, что произошло. Ника пытался выселить Фореста. Ждал, но у Фореста другие правила, и...
Опять навязка в стиле игры от NIP и минус 2 в начале раунда. Ну что, Нили, иди убивай Фрайберга уже. Но и Фрайберга убить нельзя. Все, вот здесь вот два последних из Магикан стоят. Минус 2 есть, Пимс, молодцы, бомбу выбили. Все, 3 в 2, 3 в 2, 2 в длинном. Ну, инфа есть у Непов, они на А вдвоем будут десант с каналок делать. С двух сторон одновременно спускается Форест. И минус от Фореста, бомба лежит. Форест чувствует Пимса и не чувствует его стрейфа. 16-12, вторая карта. Датчане старались как могли после не столь успешной первой карты, но... тем не менее, сыграли, как сыграли. Ну, а я, наверное, всех поблагодарю за внимание на сегодняшней трансляции. Извиняюсь за то, что комментировал не особо собранным. Все, опять же, виной непонятная ситуация с серверами и прочей штукой. Куча трэша в голове. Ну, а мы с вами, друзья, увидимся, скорее всего, уже сегодня, даже вечером. Наверное, даже в матче за третье место. И, скорее всего, если он будет играться сегодня, то я его откомментирую. Но вероятность этого крайне-крайне мала. За микрофоном сегодня и вчера два полуфинала Fnatic Fragout Лиги для вас работал Slam. Записи трансляции вы можете найти на нашем YouTube-канале youtube.com/kssltv. Также в разделе видео на ksgo.starladder.tv. Ну и подписывайтесь на анонсы трансляций с моим участием vk.com/kssltv и vk.com/sl4mtv. Всем большое спасибо и всего наилучшего. Спокойной ночи. Спасибо, что провели с нами этот замечательный вечер.